Итак, друзья, приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Юбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, проснулся я утром, сегодня воскресенье. А, с праздником вас всех, Святой Троицей. Ну и почитал и комментарии вчерашние. Расстроился, ну, аж пропадает желание после этого кому-то что-то снимать для вас, ребята, потому что... Ну, пропадает желание, честно говорю. Вот такие комментарии, как пишете, аж неохота после этого что-то дальше снимать. Вы поймите, для меня пчеловодство это не хобби, это работа. Я вам показываю, как оно есть, ну, по-настоящему. И просто зачем писать такие комментарии? Если вы посмотрели, если вас оно не интересует, ну, проигнорируйте. А писать какое-то всякое такое, мол, это бред, мол... как так можно себя вести и в том духе. Ребята, это работа. В этой работе есть какие-то изъяны, есть какие-то... Тут надо идти на какие-то жертвы и надо чем-то жертвовать. И вот в плане вот этих маток неплодных, ну, про какой ролик идет речь, ну, так бывает в работе, на каждом производстве есть какие-то свои... Ну, плюсы и минусы. И, ну, ребята, я повторяюсь, если не нравится вам ролик, ну, поставили дизлайк, ну, не пишите хоть такие комментарии, потому что, ну, желание потом вам что-то рассказывать дальше пропадает. Да, вас там немного таких людей, больше все-таки людей, которые, ну, более, как бы, адекватные, и, ну, или промолчали, или поставили даже класс, потому что это для кого-то опыт. Ребята, я вам показываю все то, что меня интересовало, когда я начинал. Меня это действительно интересовало, как ведут себя матки. И у меня сразу не было такой возможности проверить. Вот когда у меня она случилась, я ее проверил. И я тоже думаю, это кому-то было интересно, и кто-то это все-таки посмотрел, и ему, ну, будет какой-то опыт. Так что, ребята, давайте как-нибудь, канал созданный для вас, для того, чтобы показать, как можно вести пчеловодство немного по-другому, не так, как книжки пишут, потому что в книжках много написано, а не все оно в практике работает. Так что показываю для вас, для того, чтобы, потому что у многих людей, ну, были какие-то вопросы всю жизнь, и они не могли находить на них ответы. А теперь понемногу вот из моих роликов кто-то что-то находит ответы на свои вопросы, на которые, ну, не было ответов. Так что, а если такие будут комментарии, просто, ну, нет желания снимать, перехочу снимать, не буду снимать, и все, и... Я как создал канал, так он и пропадет, ребята. Потому что канал живой только тогда, когда снимаешь, заполняешь, делишься, отвечаешь на вопросы. А если пропадет это все желание, ну, я думаю, будет, ну, нехорошо, потому что я думаю, что кому-то он помогает. Ладно, ребята, буду заканчивать. Давайте будем как-нибудь... А, еще, кстати, ну, ребят, ну, вот пишут... ну, я имею в виду теперь, вот коллектив у нас есть, да, ну да, кому-то не понравился вчерашний ролик, да, и я, что самое главное, я за него как бы попросил прощения сразу же, я в ролике сказал, что да, я поступаю, может, не очень гуманно, но я хотел показать для того, чтобы люди обрели какой-то опыт, какой-то навык, я попросил прощения, и мало того, что я попросил прощения, все равно люди вот так писали. А некоторые люди, ну, которые все-таки смотрят, из чего-то учатся, то почему вы как-нибудь... шершень над Машенькой летает, такой как... Очень большой шершень над головой летал. Почему тогда вы, ну, в ответ что-то не напишите на эти комментарии, ну, мол... Ну, хоть что-то, как бы не встаете в защиту один другого, как бы... Почему все такие... Ну, не знаю... Ладно, друзья, буду заканчивать. Пока-пока.